здравствуйте. Вот что сегодня творится у нас на пляже. Чтобы имели общее понятие, сколько народа. Снова же возвращаемся к вопросу ковида, да? Где COVID-19, скажите мне, пожалуйста. Разве может болезнь вот так вот приходить, а потом сразу уходить? Вот мое место коронное с моим полотенечком. Вот, пожалуйста. Летние антиковидные программы. Лечение без лекарств, антибиотиков и всего другого. Вот так вот. Чтобы имели представление. Такая картина. Вот наш пансионат. Вот моя любимая массажистка, которая спасает мою спину. Вот так вот. Спасибо ей большое. Так что идем покупать мороженое. Вот знак, что здесь можно купить украинскую дурму. Вот ларек с коктейлями и мороженым. Вот наши украинские демократичные цены. Ты меня поднимаешь на руки. Где мы еще не вернулись? На сейчас будем брать дундурму по-украински. Да, вот взяла украинскую дундурму. Называется мягкое мороженое. 50-50. Лесная ягода и обычный пломбир. Такое вот мороженое. 15 гривен за 100 грамм. У меня получилось сегодня на 24 гривны. Но оно вкусное, реально. Топпинги есть к нему.